дорогие друзья! Централизованная система библиотек города Курска рада приветствовать вас! 2021 год – год белого металлического быка. Бык любит уют и тепло, и в рамках сегодняшнего мастер-класса «Символ Нового года» мы предлагаем сделать вам замечательную поделку. Для основы нам послужит пластиковая бутылка, фоамиран, фетр, фоамиран 2-3 мм, желательно плюшевый, глиттерный фоамиран, картон, ножницы, горячий пистолет. Подберем декоративные глазки и декоративный колокольчик. Вначале отрезаем дно бутылки высотой 7-8 сантиметров и отмеряем фоамиран необходимого размера с запасом по 1-2 сантиметра сбоку и сверху. Вот такая заготовка у нас должна получиться. Края фоамирана загибаем вовнутрь и проклеиваем клеевым пистолетом. Рисуем мордочку и вырезаем. Берем плюшевый фоамиран, обводим по контуру мордочку бычка с внешней стороны фоамирана. Для носа используем фетр. И для рогов глиттерный фоамиран. Затем приклеиваем все детали. Прическу бычку можно сделать из ваты или ниток. Голову бычку мы будем крепить при помощи плотного картона. Можно использовать палочку для мороженого. Повяжем колокольчик. Теперь делаем хвостик. Берем бечевку, фетр, вырезаем такую полосочку и с помощью горячего пистолета приклеиваем ее к бечевке. Также при помощи фетра мы делаем копытца, вырезая вот такие полукруги. Приклеиваем копытца, хвостик. На бока из фетра можно наклеить пятнышки. Но я, пожалуй, оставлю его белым.